В среду 20 мая в Самарской области облачная с прояснениями погода. Практически везде пройдет дождь. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 15 градусов, ночью 11-13 выше 0. В Сызрани пасмурно, небольшой дождь. Днем плюс 14 градусов, ночью плюс 11. Ветер северо-западный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти небо в облаках, осадки в виде дождя. Днем плюс 14, ночью 12 градусов выше 0. Северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь. Дневная температура 13 градусов тепла, ночью плюс 11. Ветер северо-западного направления 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.